Всем привет! Приветствую вас на канале Снайпер. Сегодня хочу представить вашему вниманию игру Forza Motorsport 7. Недавно ее ломанули, я вот сейчас ее скачал. Почти 100 гигов игра. Ну вот она пиратской версии. Попробуем ее сейчас запустить. Пойдет, не пойдет. Так. Вот папка с игрой. Ну, как обычно, копируем таблетку. Так. Теперь. Запускаем файл. Блин, я забыл, какой файл. А вот, install app.exe. Это для того, чтобы прописать ярлык в пуске. Тут есть такой один нюанс. Возможно, сборка 17.134.112, которая... Это обновление вышло 11 июня. На этой сборке может не запуститься. Ну, сейчас проверим. Так, ярлык появился. Ну что, запускаем? Ждем, пока все вроде работает. И, короче, вот эта сборка 17.34.112. Если игра не будет запускаться, это обновление придется удалить. Но у меня, по-моему, запустилось. Пока в окне. Но я думаю, сейчас она переключится. Ждем, ждем. Посмотрим, что там в процессах у нас есть. Непонятно, будет она работать или нет, что-то все замолчало, но вроде ничего не зависло, но пока тишина. Может, с этого надо... Да ярлыки, они одни и те же. А вот пошло. Все. Поехали. Версия 1.30.173.6.2. Так, выбираем папку сохранений. Как обычно, MyGames.
Начинаем. Пока я... А вот все, экран включился. Единственный минус этой игры — это почти 100 гигов. Она распакованная уже весит 100 гигов. 97, по-моему. Every driver has a story to tell. Of their first race car. Drivers will talk about their victories, their losses, and their journey. Here is the starting point for racing dreams. Ну, сейчас заставка кончится, я буквально пару минут попробую. Я еще раз повторяю, гонки я не играю, не умею, не нравится мне. Просто покажу, что игра работает. Все. Welcome to Forza Motorsport. I'm here to help you achieve racing glory. This is where your journey starts. And trust me when I say it's going to be a hard-fought, hard-driving road to win the cup. It'll be a road full of choices you'll have to make. And here's the first one. Who are you? Time to pick out your first driver gear. You come across more as you race. From here, you have a choice between starting your campaign for the Forza Drivers Cup, jumping into multiplayer to race against drivers from all over the world, or exploring at your own pace. The Forza Drivers Cup, the world's largest, most diverse sanctioned motorsport series. For decades, it's drawn the racing world's best. To win, it will take speed, versatility, and adaptability. Spanning five continents and the world's most legendary circuits, only a few will climb to the top, where racing immortality awaits the winner. But first, step into the shoes of past winners and learn what it takes to win driving's top prize. Speed. The defining element of racing. Speed is more than the miracles of engineering and design. It is drivers who embrace the pursuit of going ever faster. Last season's cup winner Michael Mueller is one of those drivers. Known for Да, наверное, повторюсь, напомню еще. Игры от Microsoft — это только десятка. Ни на какой больше не пойдут. Ни 8, ни 8.1, ни 7. Только 10. И желательно последние версии. Thank you.
меня и на клаве вроде начало получаться. Все-таки гонки это не мое. Ну, третье место, я думаю, это неплохо. Ну, и так, вы видели, все работает. Игра запустилась. Багов пока вроде не было. Так что желающие могут скачать и поиграть. Игра, в принципе, уже распакована и установлена, так что ее нужно только скачать. Ссылочку я оставлю под видео. Ну, счастливо всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорого!